Сегодня приднестровские школы начали принимать заявления на выплаты от компании «Шериф». 100 долларов в рублях по курсу ПРБ получат семьи первоклассников. За первый день уже приняли сотни заявлений. В некоторых школах даже были очереди. Без учета Тирасполя и Бендер школы республики приняли более 300 заявлений от родителей первоклассников. В самых крупных городах кое-где были очереди, и поэтому общую цифру заявлений пока не подсчитали. В Минпросе говорят, что некоторых сотрудников вывели из отпусков, чтобы не создавать ажиотаж. В школах в мессенджерах стали создавать чаты с техподдержкой. Там объясняют, куда и во сколько приходить, какие документы принести. Прием заявлений будет осуществляться с 9 утра до 16:00. Кроме субботы и воскресенья. Все уже материальные средства, все деньги перечислены на расчетный счет Министерства финансов. Деньги в наличии имеются. Сейчас весь вопрос в том, насколько активно наши родители будут подавать заявления, насколько они смогут ускорить этот процесс, потому что если они напишут заявление до 5 августа, то они уже в 10 числах августа и после 10 августа смогут получать эту материальную помощь. Светлана Иванишина пояснила, что каждое заявление на выплату 100 долларов будут вносить в общую базу, чтобы проверить, не записан ли первоклассник сразу в несколько школ. Те родители, которые напишут заявление до 5 августа, получат деньги после 10 августа. А те, кто подаст заявление позже, получат материальную помощь от компании «Шериф» уже в сентябре. Заявления в школах будут принимать до 5 сентября.